всего, первых сказать спасибо Айлафрайнгу, что пригласили меня. Спасибо вам, что столько народу, очень много пришли. Хотя сегодня понедельник, как говорят, день тяжелый. Смотрю, не у всех видно день тяжелый. Так, давайте начнем. Как меня уже представили, так красиво я смотрю. Да, картинки красивые. Не знаю, что за парень. Вот. Ну, в регалии все написано, это все уже неинтересно. Давайте да начнем. Как и все, наверное, я начал заниматься спортом. Ну, я не скажу, что меня родители притащили, взяли за руку и притащили меня в спорт, как бы, да, как делают большинство. О, надо, чтоб не болел, потащили тебя в плавание. Нет, у меня такого не было. У меня была простая семья, как бы, простая рабочая семья, да. Ну, я не стыжусь, у меня были некие там не знаменитые родители, они работали на простом заводе, на производстве. И как-то, не знаю, они меня никуда не тащили, ни в какой спорт, никуда. Все как-то произошло само собой, получается. Да, может сказать, не они притащили, а я сам как будто приплыл. Ну, добежал, доехал, как для триатлониста, я не знаю. Ты ушел в плавание сначала? Все было очень интересно. Я был в школе, ну, как бы как все. Пошел в первый класс. Родители, получается, у меня работали до 6. И меня отдали в продленку. С продленкой мы начали ходить на разные секции. Плавание я ходил с 1 по 3 класс. Ну, как можно сказать, плавание? Это было не профессиональное плавание, это было так, на уровне любительского плавания. Первый год я ходил 2 раза в неделю, а потом последние 2 года я ходил 3 раза в неделю, да, ну, пока вот не сломался ключица. И так я понял, что в плавании получается гораздо лучше, чем в других видах, другими видами, которые я занимался. Единственный был минус, я не умел прыгать с тумбочки. Ну, не знаю, не получалось. Мне до сих пор, как бы, ну, не скажу, что я хорошо прыгаю, но я прыгать стал лучше, да. Но до этого я прыгал с тумбочки плохо, и поэтому я плавал не кролем, а я плавал на спине. Хотя кролем я плавал гораздо лучше, но как я не умел прыгать, поэтому плавал на спине. Вот. И, говорю, вот была такая ситуация, что с перехода с 3 на 5 класс, вот пару дней я ломаю ключицу, я завязываю вообще со всем спортом. Думаю, ну все. Потому что я вылетаю где-то на 2 месяца, плюс у меня вторая смена начинается, ну, как 5-6 класс, у нас получается вторая смена, это учеба где-то с 11-12 часов. Вот, я думаю, чем заниматься, когда все тренировки, они где-то вот примерно вот в час там начинаются. Получается, я думаю, все, со спортом на этом покончено. Хотя в плавании более-менее такие у меня результаты были, ну, чемпион водокачки, как бы это не считается там. Вот, и так получилось, что двоюродный брат мне говорит, есть такая секция у нас, как раз во вторую смену удобно ходить, называется летний палеотлон, которому я посвятил с 5 по 11 класс. Ну, добился хороших результатов. В основном у нас триатлонистов брали с плавания. Город Рыбинск, Ярославская область. Ну, все откуда, что ли? Ну, да, у нас как бы в основном триатлеты основной сборной это Ярославская область и Красноярский край. Вот, в основном в Рыбинске в триатлон набирали из плавания в основном, да, и когда я как бы более-менее бежал, ну как более-менее бежал, когда меня только заметили тренера по легкой атлетике, сказали, да, этот парень классный, он побежит. Через какое-то время, прошло какое-то время, и они сказали, да, этот парень не побежит, он не классный. Но сейчас, как бы, мне домой лучше не приезжать и не бегать там. Ну, чтобы у людей, как бы, не отнимать их первые места. Потому что, когда я приезжаю, я у них отнимаю их победы. Ну, последний раз, что я бежал в Рыбинске, это был Деминский марафон, который я выиграл. Я думаю, до сих пор его никто еще рекорд не побил. Час 0,5 или час 0,6 я пробежал. Полумарафон. Ну, там, как бы, называется он марафон, а бежишь полумарафон, да. Там же он состоит как бы из трех, получается. Зимой лыжи, потом велосипед и бег. Ну, как бы можно или по отдельности участвовать, а есть как бы общий зачет по трем видам.
Вот, меня пригласили, просто ехал домой отдыхать, и надо было пробежать. Я не знал, что парни начали быстро. Я же не хотел их соревноваться с ними. Как вот бывает, встаешь в забег, ну, допустим, ну, я отвлекусь немножко, ладно, просто мне интересно. Вот встаешь в забег, вот я бегал, мне нравится забег, здесь в Подмосковье есть, знаете, Мурановские холмы, ну, кто-нибудь слышал, да, я раньше ездил постоянно, как бы, бегать. Особенно мне нравится, когда вот я пробегаю первый круг, там двенашку бежишь, пробегаю первый круг, тут мне, ну, как бы, в лидерах, тут мне тренер говорит: ну, все, считай, что ты проплыл, проехал, теперь надо бежать. А до этого чего, я стоял, что ли? А ты уже сопли наматываешь, что ты, как куда тут? Или вот становится, вот толпа, да, становится, и какой-нибудь чайник начинает лезть вперед. Ему так стоят, ему люди говорят, там, мастера, международники. Ты куда? Я на результат. Чувак, ну встань ты чуть сзади, говорю. Тут сейчас профессионалы побегут. Нет, я на результат. Старт дают, 30 метров, его нету. Потерялся парень. Ну зачем ты встаешь? Ну зато у парня была мотивация такая. Много таких забегов было классных, если вы там хотите, я вам потом порассказываю, там я много что бегал, как бы. Ну, вернемся к триатлону. Ради чего мы здесь собрались, да. Я же должен сказать, как я вообще пришел. Ну вот, говорю, нас набирали по основном из плавания. Ну, как бы, меня заметили, я более-менее бежал, но не плыл. Вот, мне говорили, поехали, выступим, есть такой старт в Москве. Сейчас стали возобновлять, как бы, эти старты, а... Тогда это было нормально, как бы несколько раз в году в Москве проводили старты зимние акватлоны. Ну, бассейн. Это в бассейне плывешь, да, а потом через там 2-3 часа бежишь, получается. Mm-hmm. Вот. И на первом стоим на я говорю, ну, я думаю, кое. Мне говорят, поедешь, выступишь в этом, в акватлоне. Я говорю, ну что, классно, Москву я не видел, поеду, выступлю. Ну, как бы ты живешь в маленьком городе, а тут столица, надо посмотреть, как бы, съездить. Поехал, приехал, выступил. В итоге я выступал не по своему возрасту, а выступал чуть старше, получается, возраст был. И занял 5-е место. Ну, вроде ничего. Потом там тренера какие-то заметили вроде меня. Плавки даже подарили. Чтобы ты не плавал, Слава. И вот я стал так вот иногда заезжать в Москву, получается, да? Как бы... Тренируясь, пловцы тренируются плаванием, я тренируюсь своим летним полиатлоном, потом нас говорят, ребята, поехали, и мы поехали. Или вот так вот, как бы, ты никогда не знаешь, когда ты поедешь на старт, да, потому что, как бы, такой вид, как триатлон, у нас числится только, как бы, на бумаге. Есть бумага, но, как бы, основы триатлона, как бы, нет такого, чтобы есть тренера, которые чисто занимаются триатлоном, чисто тренируют людей на триатлон, такого у нас нету. Нету или не было? Сейчас стали появляться, сейчас, а до этого не было, как бы. Вот, получается, говорю, мы занимаемся своими видами, как бы, дисциплинами, а они потом говорят, или, допустим, вот я вот так вот выхожу такой, неделю всю пахал, в честь четверга выхожу такой из сауны, такой довольный, тут мне тренер говорит, все, завтра в 6 утра надо выезжать на старт. Надо так надо. Или приходишь домой, записка, хоп, в двери торчит. Завтра там с вещами выезжаем. Я такой, отлично, вы хотите, могли предупредить, там, да. У людей там бывают загрузочные дни, бывают незагрузочные дни, там, да. Особенно после сауны на второй день выступать, ну куда это девается, там, да. Если, допустим, я предпочитаю там сауну ходить там за неделю до старта, да, что потом... Что расскажешь про сауну? Нет, это очень важно, не ходить в сауну перед самим стартом, потому что там с мышцами какие-то процессы идут. Это... Многие об этом не знают. Серьезно. Сегодня узнали. До сауны, да. Даша, ты сказался о том, что в Москву приехал, выиграл, тебя заметили. Не выиграл, я был пятый. Но потом стал, говорю, вот так вот периодически ездить, как бы, вот, говорю, кидайте записку, хоп, ты должен приехать, хоп, приезжаешь. Потом, как бы, говорят, все, надо попробовать тебя в триатлоне попробовать. Такие, давайте. В итоге мне дают велосипед Старт-шоссе. Ну, многие только слышали, но никто, наверное, не видел его. Большинство не видело. До сих пор катаетесь, да? На монетках все. У меня еще тогда было две впереди звезды, и то на маленькую не приключалось, и сзади 4 было. Вот это было классно, велосипед был. Еще надо было, еще были, как бы монетки-то они тоже были разные. Бывают автомат монетки, когда ты переключаешь, они чик-чик-чик. А бывает, когда надо открутить сначала, открутить,
хоп, передвинул, закрутил. Вот это гораздо сложнее. Плюс мы там, это сейчас это все модно, там, да, обмотки, все дела. А раньше мы как бы берешь изолентой, хоп, руль замотал, о, вроде классно. У меня классный велосипед, там, пошел наклеек, накупил там каких-нибудь, наклеился, о, классно. Колеса вообще мечтали. Раньше там карбоновые колеса, да какие велосипеды даже, ничего не было. Какой-то год был первый соревнование? Ну вот первые мои соревнования по триатлону где-то были 2002 год. Ну вот получается мне дали велосипед, дали станок, говорит, ну вот занимайся, говорит, ты занимаешься, а мы тебя на старт отвезем. Я такой, ну ладно, нормально, значит все занимаются. Вот получается я там где-то в бассейне крутил на станке. Вроде на станке стало нормально получаться, потом такой, ну все, там через несколько, там неделю, там сколько-то старт, надо на шоссе покататься. Ну все-таки надо же потренироваться на шоссе. Я когда стал залазить на велосипед, я понял, что я залезть не могу на него, потому что у меня был на туплексах еще. Я не знаю, как на него залезть. Ладно, я знаю, когда вот к станке, ты прислонился, как бы получается, к стенке, оперся, хоп-хоп, одел, затянулся и поехал, да? А тут все сложно, не все так просто, надо попасть в туплексы в эти. Ну, ты не знаешь, что такое туплексы? Ну да. Это педаль, как бы получается, а на педаль как бы такая накладочка такая вот железная. Сандаль. Такая сандалька маленькая такая. Крепеж такой. Получается, ты вставляешь ногу, вставляешь и как бы закрепляешь. Ну, потом появились педали, появились полуавтоматы, потом автоматы. Ну, тоже там. Это сейчас все просто. Вот. Потом мы еще с ребятами спорили. Там какой-то парень у нас был байк, а у меня был шоссейник. Он говорит, да мой байк по сравнению с твоим шоссейником, фигня полная какая-то. Я, говорит, тебя обгоню. Ну, мы, конечно, соревновались там с ним, но у него, конечно, не было шансов. У меня же были тоненькие колеса. Как мне сказали, ого, у тебя какие тоненькие колеса. Да, трубки были. 19-е или 17-е? Нет, 19-е. 18-е были, по-моему, самые маленькие, вот у меня, которые были. Трубки. И то мы их находили на барахолках вообще, их мы их налили, потому что Ну, клеил нам уже тренер, потому что мы не знали, как их клеить. Их же надо было расшить эту трубку, ее заклеить, а потом обратно сшить ее же надо. Это все же было, все интересно было. В 2002 году, ну, может, и как я тренировался, да, пловцы тренировались отдельно, я тренировался отдельно, иногда мы выезжали вместе, типа делали совместную тренировку. Вот. И потом нам сказали, поехали. Первый старт у меня был первенство области в Ярославле у меня было. Ну, это был как бы не триатлон, потому что мы в бассейне отдельно плыли, а потом уже с гандикапом, который мы проиграли, мы уже выезжали и потом уже, ну, бежали. Я же не знал, как выступать надо, да? Не было какого-то тренера, который тебе объяснил, что тут надо выкладываться, здесь надо сэкономиться, там здесь надо попить, здесь надо поесть, там здесь вот правильно транзитку сделать, здесь еще, да, это же куча мелочей на самом деле. Я этого ничего не знал, поэтому я на плавание выложился полностью, ну как у нас говорят, овно. На велосипеде я ехал, ну я вижу, что я кого-то догоняю, как бы там, я выехал пятый, сейчас с гандикапом, ну пятый получается выехал, кого-то там догонял, и... Тоже нажрался. Нажрался, получается. Я приезжаю, слезаю с велика и понимаю, что все. А тут еще 2 километра бежать. Целых 2. Когда ты встаешь, у тебя ноги, как у ковбоя, вот такие вот. Ну ты же не знаешь, да, там, тебе не объясняют технику педалирования. Примерно объяснили там, да, там. Ты слезаешь, хоп, и понимаешь, что все, ноги обмякли, сам обмяк и побежал. Вот бежишь вот так вот. Вроде бежишь, а вроде ползешь. Вот ты не можешь понять, что ты делаешь, да? Ты вот, я первым ощущением я бежал со слезами на глазах. Думаю, нафига я вообще этим занялся? Нафига я сюда приехал? Ну вот я бегу, у меня мышцы никакие вообще. Вот хочется упасть, как у нас один делал друг. Вот бежал, устал, упал, травы пожевал, вроде полегче стал, а дальше побежал. Вот. Ну и вот, из горя пополам я начал кого-то догонять, да. Я догнал всех лидеров, как бы, и как бы возглавил даже группу, вот, лидеров. Получается, я и до финиша, когда оставалось 200 метров, тут меня чикнули. В итоге я стал второй. Ну, я понял, что все, на этом все, триатлон нафиг не нужен.
Ну такие ощущения. Зачем попу рвать, когда тебе так плохо? Ну, ко мне подошел тренер, как бы, ну, который, типа, числился у нас тренером в триатлоне. Он говорит: вот видишь, Санек, твоя жизнь в триатлоне. Я за то, чтобы моя жизнь была вот здесь. Да никогда, да вы что? Упасите. Но потом мне сказали: блин, классно выступил, поедешь в Нижний Новгород на Кубок России. И я поехал. Потом ты поедешь туда-то, в Саратов на Кубок России. И я поехал. И так постепенно как бы начал втягиваться, примерно понял, что из себя составляет триатлон, где что, как надо тренироваться, как. Ну, конечно, с каждым разом становилось все легче и легче. Уже не были такие ощущения упасть и травы пожевать. Вот. И где-то так я выступал, впрочем, не очень хорошо в триатлоне, потому что плыл очень плохо. Я на плавании проиграл очень много, и потом, как я уже не крутил, и как я уже не бежал хорошо, лучшее мое место было 20-е. 20-е какое-то. На Кубке России 20-е место. Ну. Откуда столько народу было в триатлоне? 20-е. Так, я сам не знаю. Вот тогда было проще. У нас очень много юношей. Где-то вот именно наш возраст, вот где-то с 85-го по... Даже с 83-го, наверное, по 88-й, наверное, нас было очень много народу. Потом как-то, получается, у нас демографический спад. И в триатлоне гораздо стало меньше народу. Почему плохо было? Как я не знаю, я как бы говорю, я занимался летним полиатлоном, да, моя дистанция была 100 метров, как бы, моей там минуты 59 секунд мне хватало очков, я зарабатывал очень много, как бы остальные все дистанции у меня хромали, и я даже когда, ну, я, конечно, да, это был переломный момент, когда я научился уже плавать более-менее, но, допустим, до 11 класса я плыл где-то по 1.14 100 метров, где-то 800 метров, это получается было 9.56, но это было ни о чем, как у нас называется в триатлоне, это для профессионалов это ни о чем. То есть у тебя был сильный бег, получается? У меня был более-менее сильный бег, да, остальные виды у меня хромали, получается, но так как я тренировался, говорю, своим видом, полиатлоном, там кто-то занялся плаванием, нам дали велосипед, говорят, чуваки, вы катайтесь, типа, а мы вас на старте вывезем, да, и получается, ну как, мой накат был за год где-то, ну, 1500 километров. Ну, кто триатлоном занимается, ну, понимаешь, такое 1500 километров за сезон. Это ничего. Ну, как я ездил, да? Ну, пару тренировок, конечно, я ездил, ну, по 40 километров, может, по 50. А остальное время я ездил до дачи 4 километра и обратно, чтобы полить огурцы с картошкой там и вернуться домой обратно. Ну, вот так вот я тренировался. Но настал переломный момент. Это был 2004 год. 2004 год пришел, когда Игорь Сысоев попал на Олимпиаду, первый из мужчин в 2004 году. Я выступил на зимнем чемпионате России по акватлону в Пензе и занял 5-6 место, мы поделили с другом с моим. И после этого думал, ну, буду дальше тренироваться. И тут пришло письмо, как бы, может, звонок, я в это как бы уже не помню, из федерации, что ты приглашаешься на сбор сборной в Кисловодске. Я такой, ого, я уже какую-то в сборную. Ну, отпросился, конечно, у тренера своего и поехал на первый свой сбор. Ну, о первом своем сборе можно сказать вообще долго, я думаю. Ну, я расскажу о нем вкратце. Получается, на тот момент, как бы, экипировки у нас не было. Ну как, экипировка была, но она была очень дорогой, да? Всю экипировку где мы раньше брали? В секонд-хенде. Правильно. Да до сих пор, наверное, можно найти еще всякие интересные штуки. Вот. В магазине секонд-хенд? Да, магазин секонд-хенд. Приходишь, покупаешь велосипедные вещи, беговые вещи. Да. А
Вот. Какой гидрокостюм? Дальше, раньше как выступали? У модных были как бы, у кого шорты были, а у кого плавки. И потом самое модное было, у всех топики были, у модных были топики. И получается, эти топики, это вы сейчас выступаете в костюмах, все классно, а раньше, получается, ты или прибегаешь в транзитку в плавках у одних такой, да, побежал, хоп, маечку надел, и все, как бы номер натянул, пошел. А у модных были топики. Топики были вот до сюда, вот как бы, чуть ниже сосков, или до сюда, вот как бы, ну, в зависимости. И что они с ними делали? Они в них плыли. Но как они в них плыли? Они плыли в трусах, но топики засовывали в трусы. Получается, они были в трусах, и здесь только торчали одни лямочки. И когда ты уплывал, ты делаешь вот так. И одел. Ну вот. А потом, это потом уже где-то в 2004-м, в середине, только появились первые костюмы у нас стартовые, тировские. У нас вообще ничего не было, получается. У нас как? У нас вот в Рыбинске был бокс, да? В боксе вроде висит 20 велосипедов старт-шоссе, вот, 20, да? Ты выбираешь себе получше, начинаешь его там разбирать, смазать, хоп, понимаешь, запчастей не хватает. Пошел, снял запчасти, хоп, и вроде так, как из всех 20, там, мы там 5 нормальных собрали велосипедов. Ну, вот как-то так. Так, и на сбор приехал, я уже подготовленный. На тот момент мне дали мериду первую, ну, там мне уже катались, конечно, облокатанная, убитая, там, но она уже была, у нее было переднее крыло карбоновое, перо карбоновое, да, потом появились перья, сначала карбоновое переднее, потом заднее, как бы, получается, потом не вместе, а потом уже только велосипед, получается, карбоновый, да? Ну, как вот, это на моей, как бы, это, памяти, то, что у нас было. Ну, вот, попал я на сбор, приезжаю на сбор, ничего нет, как бы, получается, экипировки, но вот есть, вот, дали велосипед, который более-менее работает, дали велотуфли, которые вроде шипы обгрызанные, ну, так, вроде, если сильно не дергать, то они не отрываются, нормально. Формы вообще никакой нету, да? Ну, как бы для нас раньше вот, какая форма была? Просто костюм простой, да? Пошел на базар, на простой, да? Купил простой костюм, купил простые кеды, которые сейчас называют там конверсы, типа вот эти, да, вот. Вот, а мы раньше таких бегали. Я думаю, много кто бегал, наверное, в таких. Потом появились уже модные вот эти вот московские, помните, кто помнит, наверное, а? Которые, а? Ну, московский, типа Adidas, когда вот если бегаешь, потом нога красится. А? Ну, помнишь же все, а? Ну вот. И тогда я уже приехал в этих... Я в московских кедах уже приехал, да. В Adidas'ах вот этих вот. Вот, а получается, как бы формы такой не было, да, велосипед. Надо же было взять на велотренировки, и был шлем байковский, правда. А до этого, как бы, получается, у нас шлемов не было хороших. У нас были ракушки, их называли. Ну, кто еще помнит или не знает, что такое ракушка, это просто шлем без защиты вообще. Просто вот, ну, я не знаю даже. Ну, просто каска, как бы, как военная вот такая. Да, хуже. Там просто вот такой слой был, вот, просто каска и штука вот здесь. А до этого же были они, как бы... Да, как у танкистов, только она как бы тоненькая такая. И у нас был один несчастный случай, как бы, на соревнованиях. У нас парень один с другим как бы сцепились рулями и грохнулись. Мы потом едем, смотрим, один стоит, один лежит, ну, не надо рассказывать, наверное, об этом. Это завтра лекция будет. Ну, не важно. Ну, короче, чуваку трепанацию черепа сделали. Ну, но он вернулся в триатлон, не волнуйтесь. Я вам не буду говорить, кто это, но он сейчас выступает еще. Просто некоторые случаи были, когда машина сбивала, и ты как бы все, говоришь, что я спортом не буду заниматься. Ну вот, а он потом вернулся, с плавания начал опять, как будто он был пловцом, и потом вернулся в триатлон. Ну, правда, выступает по любителям, но все-таки, правильно же, вернулся. Факт в том, что... И получается, вот это был стартовый костюм у меня, Adidas. А как бы раньше все любили как рэперы ходить, типа, чтобы они побольше были, да, раздувались на ветру, вот. Ну что? Тренер говорит, нифига, не пойдет. На тренировку надо, чтобы ты был более обтекаемый. Я говорю, ну как, я сделаю костюм более обтекаемый. Ну, нашли выход. В итоге, получается, одевал костюм, получается, ну как в Фисловодске еще было холодно тогда, и надо было одеваться потеплее. Надевали носки повыше. Носки натягивали. На костюм одеваешь, чтобы одеваешь носки.
повыше. Потом вот эти вот, велотрусов не было, мы бегали в этих, в лосиных таких, черных, женские такие, знаете еще? Ну вот женщины точно знают, такие старые, такие черные, лосины такие. Вот, их короче, одеваешь, ну это типа велотрусы у тебя. Ну а что, похоже? Потом, ну вот получается, сверху у тебя так, тоже она получается большая, да? И я одевал футболку. Мне говорят, ну нет, все равно футболка не утягивает, давай это что-то придумаем. И мы, короче, взяли бы футболку, ушили. Хоп, ушили. Получалось нормально стало, потому что у тебя раздувает только здесь руки и только вот здесь ноги. Больше раздувать негде. Получается, ты обтекаем. Вот. Первый сбор, короче, прошел. Вот так вот весело потренировались. Вроде потренировался нормально, как бы полноценно, что вот именно посвятил себя чисто триатлону. Вот, первый сбор прошел. А сколько человек в сборе? Тогда было? Ну вот нас взяли 6 пацанов нас было, 6 или 7. 6 или 7 пацанов нас было и девчонок 4, наверное. Вот. А кто тренировал? На тот момент сборную тренировала Никитина Марина Юрьевна, а потом к ней присоединились еще Шмонин Борис Васильевич, он из Пензы. Он у нас как бы был ответственный за велосипед. Никитина была ответственна за полностью за все и за плавание, сегмент плавания. И был у нас, менялся, у нас был Бобрышев из Ставрополя и Вичужанин из Ижевска. Они у нас как бы отвечали за бег. Как бы они вот бывают менялись. Но вот у нас было, получается, 3 тренера, которые отвечали за нашу юношескую сборную. Вот. Потом, после этого сбора, у нас был еще один старт. У нас был дуатлон. Да, дуатлон был в этом... в Дзержинске. Там я выступил плохо. Получается, мы убежали вдвоем. Потом парень меня почти чуть не завалил. В итоге я приехал сзади, в третьей пачке. Бегом никого не догнал, конечно. Ну, кого-то вроде догнал, кого-то не догнал. Ну, заработал какие-то очки. Оказывается, что у нас был этот отбор на первенство Европы по юношам. Сейчас по младшим даже юношам. Сейчас такого вообще нет уже. А в 2004 году это еще было. Потом у нас был еще один отбор это Подмосковье, в Софрино. И там, получается, я отобрался, попал в первую команду по юношам, по младшим. И мне сказали, ну все, поедешь на свои первые соревнования. А в Италии были мои первые соревнования. Первые соревнования по триатлону такие глобальные, такие, да, первая за граница моя. Вот. Полетели мы в Италию. И, получается, дистанция была 382 команда, да? Как бы сначала один проходит дистанцию, дает эстафету тебе, ты второй, и третий уже на финиш, получается, да? На первую команду нас ставки ставили, что мы должны где-то быть в тройке, но так сложилось, что мы стали шестые. А вторая команда, которая выступали, они стали третьи. Нам после первого дня сказали, ну все, ребят, будь здоров. Типа, да, мы тут на вас надежду давали, а вы тут все нам как и обкакали, типа. Мы такие, ну простите, говорю, мы сделали все, что могли, типа. Вот завтра, типа, был старт, посмотрим, как вы там будете. Вот, типа, мы первая команда оплач, а на второй день тоже был старт, но он был личный. Но что, как бы, он был интересен, как бы он, получается, был... Сейчас таких форматов уже нету, но сейчас как бы не пытаются какие-то форматы придумать новые, но такого формата сейчас уже нету. Это было, мы выступали 308-2, прибегаешь, ты бежишь не на финиш, а бежишь в транзитку. Сбрасываешь обувь, одеваешь снова очки и снова в море. Снова повторяешь такую же дистанцию. Да. Ну, было не весело, особенно когда после бега ты ныряешь. И... Там еще ворвается. Ну вот. И получается, я вот выступил достойно, стал шестой, как бы в личном. У нас был один парень пятый, я был шестой. И там дальше были восьмой, десятый, по-моему. Ну, выступили достойно, да. И когда уже мы летели обратно, мне сказали, да, выступили достойно, мы видели, что ты боролся до конца. Не хочешь ли попробовать себя, ну, как бы посвятить себя пока триатлоном, как бы, ну, поменять свою жизнь, да, и перейти в Москву. В училище учиться дальше, потому что ты как бы сейчас школу заканчиваешь, и тебе надо определяться, или ты дома остаешься, или куда-то ты дальше двигаешься, да. А как бы на тот момент, что я думал, что,
что жизнь моя будет протекать чисто дома, ну, чисто в Рыбинске, что буду тут как бы выступать, отучусь там в педуниверситете, там, может, стану тренером каким-то, может, там пойду, как все, кто со мной там учился, там, на завод, потому что все идут на завод, неважно, ты там кто, все идут на завод. Вот. Но в итоге я решил рискнуть. Хотя тренера меня останавливали, говорят, да зачем тебе идти в Москву, да? Это триатлон, они тебя убьют. Ну, как бы не убьют, но измотают тебя, да, там. Ты через 2-3 месяца прибежишь сюда, скажешь, возьмите меня обратно, а мы скажем, о, фиг тебе. Вот, и когда я уходил со скандалом, да, таким. Мой тренер, который был у меня по триатлону, сказал, все, если ты вернешься, тебя ни в один вид не возьмут у нас в городе. Но только тот, который был у нас по документам в триатлоне, говорит, ну, в морской многоборье я возьму тебя всегда. Хотя за Ялу меня никогда не сажал, потому что у меня были ручки слабые. И в итоге, да, я рискнул как бы и уехал. Я пришел в триатлон, пришел в Москву, начал тренироваться там. Но вначале как бы я пришел не в саму Москву, потому что там были какие-то маленькие нюансы, конфликты были, да. Я пришел в Мособласть, в Щелково 7. И начал там тренироваться. Почти год я тренировался там. Получается, это были самый худший год, наверное, в триатлоне у меня. В 2004 я пришел, в 2005 году я уже перешел к другим тренерам и уже перешел в Москву. В Москву перешел, вот получается, вот на Кунцево. Если вы знаете, тут есть как бы училище Олимпийского резерва, ОР номер 2. Вот я перешел туда. Чем хорошо там? Было сразу, и мой результат там уже сразу вырос. Ну, во-первых, я хотел добиться результата, да, глаза горели, как бы я быстрее всех прыгал в воду, там, не знаю, быстрее всех бежал, там, не знаю, там, катался, потому что хотел добиться результата. И, во-вторых, там все близко, на самом деле, да, ты вот выходишь из училища, хоп, у тебя бассейн, вот, минуту ты прошел бассейн, зашел, тренажерный зал у тебя тут же. Ты находишься около парка, бегай не хочу, туда-сюда, это не надо в Щелково 7, там, по дачам бегать где-то там, да, от собак. Вот, на велотек тебя довезли, ты сел на автобус, тебя довезли, ты потренировался, тебя обратно привезли, да. Как бы и получается, тут ты все время и позавтракал хорошо, и пообедал хорошо, и поужинал, а там я приезжаю, допустим, в 8 вечера, и у меня все стоит, получается, только уже в контейнерах, вся еда. Я хоп-хоп, поел ее, там что-то поучил немножко, там, что нам задали, там. И все, и спать лег. На следующий день повторяется та же самая ситуация. Ну вот, и как раз вот в это время где-то случился переломный момент в плавании у меня. Когда я пришел вот в клуб, Озерки такой был, он сейчас развалился, правда. Вот в Москве один из сильных клубов был. И как раз в 2004 году набрали очень сильный состав, и было как раз с кем тренироваться. Ну, как раз там был Игорь Сысоев, все знают его. Ну, получается, все как бы строилось под него, но ничего, нам хватало. Нет, это был триатлонный клуб «Озерки». «Озерки», да. Потом он развалился. Сысоев, Малышев был. Ну, я как бы всех не буду перечислять сейчас, как бы, но много народу было. Вот, и у нас был тренер Родомский, а он был чисто тренер по плаванию. И когда я пришел, я прыгнул в воду, он говорит, ты вообще плавать умеешь? Я такой, ну как, ну вроде вот плыву, давай, показывай, чем ты умеешь. Кролем давай, хоп, я кролем. Не умеешь. Ну чем, давай батом, хоп, батом. Батом не умеешь. Давай там, а чем ты вообще умеешь? Я говорю, ну я на спине плавал, на спине я умею. На спине, оп, ему. Он говорит, чувак, ты вообще плавать не умеешь. Тебя вообще кто учил? Ну я говорю, ну вроде в детстве научили как бы как-то вот руками гребсти. Там был тренер по плаванию, потом говорю, вроде... Тренер по полиатлону тоже вроде там плавание что-то давал. И вот начали мне как бы перестраивать меня на новую технику плавания. Ну, хорошо, когда ты молодой, ты быстро перестраиваешься, да, когда у тебя там уже сформируешься техника, уже сложновато гораздо. И где-то я потратил полгода на новую технику, и через полгода, вот если я плыл 809-956, то тут я уже плыл где-то 9-10, получается. Полгода вот я потратил на новую технику плавания. Ну и плюс, не только как бы техника дала, да, я стал больше заниматься в зале стал. Если раньше я ходил в зал и как бы качал только пресс и спину,
Ну, тут как бы уже были больше на руки, я как бы поднимал штангу такую. Ну, конечно, он давал такие неподъемные веса, да, как бы я вот не знаю почему. Я, допустим, подхожу, я дохлик, да, и он говорит, давай, говорит, 68 раз, 70 там, 4 раза там и 80 там 1 раз. Я говорю, да, у меня рекорд, говорю, 45 раз, 45 килограмм 2 раза, говорю, куда выходить 105? Да я тебя страхую. Куда мне страховать, а? Если это поднять не могу. Ну вот. И вот он мне как бы поставил технику, плюс я стал больше объема плавать. И у бортика меньше стоять, да? Если раньше, допустим, я приплываю, стою у бортика, лясы точу такой, ля-ля-ля, отдыхаю, типа, да? То тут я приплыл, услышал задание и уплыл, да? Плюс у меня были сильные парни, с которыми со мной тренировались. Я пытался каждую тренировку проплыть как можно больше за ними в ногах. В сопли, в слюни, неважно как, но главное за ними удержаться. Они меня пытались все время оценить, потому что знали, что я, ну, кто я? Топор. А они как бы нет, они как бы плыли. И вот я пытался от них не отстать. И так вот я наращивал, и через полгода, конечно, показал вот результат. Вот, считайте, плыл по 1.14, стал плыть по 1.8. Есть прогресс? Ну, маленький, но есть, да. Ну вот. И... Потом я перешел в Москву. В 2005 году перешел в Москву. И в 2005 году я поехал на свой первый чемпионат Европы уже по юниорам, уже в личном зачете, 2005 год. И на чемпионат мира в 2005 году. В тот год, как бы, я еще показал очень хороший результат. В беге. Я поехал тоже на сборы поехал и повредил там, получил травму. Что же у меня была травма? Ахилл у меня полетел. Он где-то, получается, здесь у меня полетело. И я, получается, некоторое время не бегал. После мы ехали на старт, мы ехали в Пензу на чемпионат России по акватлону. Я, короче, вообще не бегал, потому что, ну, не мог. Я просто ходил вот так вот. Все выходят с поезда, начинают бегать. Я просто хожу, потому что не могу. В итоге я выхожу на старт, ну, потому что надо выйти. Проплываю, но как бы в плавании она не мешает. Проплыл нормально, проиграл немного. И плюс до этого, как бы, один из моих соперников, ну, как бы, он как бы и друг, и как бы соперник, да, пишет, блин, я тут бегаю по 3.05, и мне вообще легко, говорит. Я сейчас тут навалю, говорит. Ну, так психология такая, да, блин. А он, как бы, мы как бы раньше тренировались вместе, а потом мы с ним разъединились. Он в одной команде остался, я в другой. Ну, потом, конечно, мы с ним опять сошлись уже, но это потом уже. Вот, он пишет такое, все. Я такой думаю, блин, зараза, так, блин, быстро бегает. А мы до этого с ним прикидку бежали, пятерка у меня была 15.50 мы набежали в текстильщиках. Где-то через полгода я такой думаю, зараза, умру, но загоняю тебя. И мне в итоге намазывают ногу тамазями. Я думаю, будет плохо, сделаю пару рывков, загоняю его, потом сойду. Ну, чтобы ушатать окончательно. В итоге что я делаю? Я как бы, получается, бегу и чувствую все равно, нога как бы побаливает, да? Но потом пошел как бы уже адреналин, уже кураж пошел, думаю, ну все, рвану. Ну, начинаю загонять его. Рванул и побежал. И побежал. В итоге я его на круг накрыл. 15-18. Мой рекорд побили. Ну, там просто были, там зал просто стоял, хлопал. Потому что до этого был лучший результат у нас в триатлоне, в Манеже, 15-36. Еще из Питера такой есть Леня Иванов, он туда еще его поставил. В 2006-м тренера позвали меня где-то на сборе на Кипре, говорят, Санек, знаешь что? Я такой, нет. Мы тут посчитали, что возраст у тебя подходящий такой будет, как Олимпиаде, что можно попробовать. Я такой, можно попробовать к Олимпиаде? Я такой, да ладно. Ну, говорит, давай попробуем. Ну, давайте, говорю, попробуем. В итоге 2006 года я, можно сказать, начал отбираться на свои первые Олимпийские игры, пробовать. Первый мой старт был Кубок мира в Акабе. Это был очень интересный старт, когда тебя от аэропорта, там, или сколько там, два, или мы ехали, или три часа везут.
везут по пустыне по какой-то, до города, где с тобой едет мужик с автоматом, потому что мало ли какие-то бедуин сейчас выберет с гранатомета, тебя офиганет. Плюс, когда вот мы, ну там настолько народ дикий, у нас по всей трассе, по велосипедной, народ с автоматами стоял через каждые 100 метров. Когда наши парни чуть-чуть отбежали, допустим, от того места, где мы жили, от гостиницы, в них начали кидаться песком, камнями местные жители. А что за страна? Акаба. Эрда. Не. Да? Я помню, что Акаба. Ну там, когда вот получается там Израиль, Египет и, наверное, да, Иордания. Ну вот, на первых стартах я как бы был 18-й. Ну, я скажу, нормально. Для первого раза 18-е место, но учитывая то, что состав был не сильный, получается, 18-е место я считаю нормально. Следующий мой старт был в Австралии, Кубок мира. Там я уже занял 49-е место. Если кто не знает, у нас очки начисляются за 50 мест. Но они могут, ты можешь забежать 30-й, но очки могут тебе не зачислиться. Надо попасть в определенный процент еще. Очки зачисляются для, чтобы выявить в конце чемпиона, как бы, чемпиона мира. Ну, как бы раньше чемпион мира, допустим, он был как? Ты выступаешь по серии, по Кубкам мира, да, зарабатываешь очков. Допустим, если их Кубков мира 15 Кубков мира, зачет идет только по 8. По 8, да, 8 лучших стартов берется, и тот, кто больше всех очков набрал, тот выиграл общий зачет Кубка мира. А чемпионат мира раньше был отдельно. Это чемпионат мира, да, кто выиграл, тот и чемпион мира. А сейчас, как бы, по новым правилам, у нас сейчас есть, остались Кубки мира, но Кубки мира, как бы, это уже не вершина, а сейчас вершина, это, получается, мировая серия. Она состоит из 8 стартов, и последний старт – финал. Вот, и получается, если раньше ты набрал очки, ты определенный чемпион, там, чемпион мира по Кубкам мира, да, получается, там, в общем зачете, и отдельно чемпион мира, то тут, как бы, ты набираешь, должен набрать 6 стартов, вот, по 6 стартам определяется чемпион мира. Неважно, выиграл ты на чемпионате мира или нет, как бы, лидер, как бы, чемпион определяется по общему зачету. Даже вот сейчас, вот, когда последний чемпионат мира был, допустим, Гомес проиграл его, был второй, но по итогам он в итоге выиграл его. А у тебя какое самое высокое достижение в мировой серии? Самое высокое? Я помню, ты был... Я много раз держал, как бы, лидерство держал много раз. А так, ну, второй был много раз тоже. Ну вот, и получается, вот на втором старте я стал 49-й, получается, я подумал, ну, вот куда мне с такими местами на Олимпиаду отбираться, да? Тут надо очки зарабатывать, там все-таки надо соревноваться, плюс каждый спортсмен, ну, у него разная мечта на самом деле, да? Цель, там, мечта, не знаю, но вот у меня, если я уже пришел, как бы, в триатлон, я, допустим, сразу поставил себе мечту, что я хочу золотую медаль, да, пусть... там буду бедным, нищим, но я хочу золотую медаль. Да, вот много мы с кем разговаривали, вот, даже, допустим, с нашими спортсменами, с которыми мы тренировались, да, у всех цель в жизни разная. Один, допустим, люди говорят, я хочу как попасть в сборную. Другой, я хочу попасть в сборную и получить экипировку. Вот для него класс экипировку получать. У меня он все родные ходят в экипировке, я не хожу, а он хочет экипировку получить, потому что он классно ходит там с надписью «Россия». Другой, я хочу просто попасть на чемпионат мира. Да, но один говорит, я хочу вот получать там 60 тысяч в месяц и не ехать на Олимпиаду. Я говорю, ну вот, да просто так хочет. Говорит, вот цель у человека такая. Говорит, хочу денег, но не хочу ехать на Олимпиаду. Я говорю, ну а я вот хочу вот получить, допустим, 10 тысяч, но еще раз побывать там, как бы, и доказать всем, что я сильный. Ну, говорю, у всех разные, как бы, цели, мечты там. Ну вот, и получается, я думаю, куда вот мне ехать с такими результатами? Поехал на следующий свой старт, это был в Англии, выступил уже лучше, 38-й, но все равно, как бы, получается, набрал очень мало очков, и когда я уже приехал выступать на еще один Кубок мира в Германию, меня не допустили. Я думаю, ну вот и все. Когда вот смотришь, думаешь, ну вот как вот я вот бы лучше выступил, чем эти чайники. А почему не допустили? Потому что не хватило очков у меня.
И получается, в 2007 году мы приняли решение, что в 2006, еще в конце года, приняли решение, что надо в 2007 году начать уже выступать раньше, или помедленнее говорить, чтобы заработать очки, чтобы не допускали на Кубки мира. И получается, мы начали уже тренироваться с ноября месяца, и уже первый старт мой был в конце января. Мы поехали в Чили и в Аргентину, там я на Pan American Cup. Ну, у нас есть Pan American Cup, Океанин Cup, в каждом своем, у нас European Cup, в каждом... Регионе? Не регионе. В каждой части света есть свои определенные кубки, свои кубки. В Азии Asian Cup. Вот. Мы же разделены тоже, Европа, Азия, Америка. Вот, и вот там я выступил, набрал определенное количество очков, и уже на первом своем старте я показал 16 результат, и через месяц я уже забегаю в тройке. На Кубке мира забегаю в тройке. Это было очень высокое достижение. До этого у нас уже мало кто забегал когда-то. У нас считалось, если ты в двадцатку попал, но тебя уже молятся, что ты уже классный спортсмен в России, если попал в двадцатку, да, то тут, получается, я в 2007 году, я один из немногих, который начинает поднимать российский триатлон на ранг выше уже, да, вот. И пошла серия стартов, где я становлюсь четвертый, второй на Кубках мира, да. 2007 год, получается, очень... медальные у меня, да, и заканчиваю я 2007 год в декабре месяце, начал в январе и закончил в декабре, получается очень длинный сезон, но мне этих очков хватает, чтобы чуть ли не первым номером попасть на Олимпиаду в сборной России, да, хотя на тот момент у нас был Игорь Сысоев, лидер сборной, вот, а тут получается, я почти уже обхожу его. И так получилось, что мы очень мало отдыхаем времени, потому что у всех нервы, тут вот люди отбираются, и надо уже готовиться к Олимпиаде, потому что Олимпиада вот уже остается чуть меньше года, надо готовиться. В итоге мы мало отдыхаем, начинаем снова, начинаем объемы, интенсивность. 2008 год я тоже более-менее нормально выступаю, но, видимо, на Олимпиаде, я приехал на Олимпиаду на свою первую в Пекин, я был одним из самых молодых участников в триатлоне. Ну, самый молодой был Алистер Браунли, который олимпийский чемпион Лондона, а я был второй, Вот, наверное, первый старт, конечно, я думаю, что я перегорел, потому что мечтал о недостижимом, да. Конечно, я приехал туда, мечтая о золоте, да, уехал с 24-м местом, но... Я очень, конечно, сильно расстроился, но я поставил себе задачу, что следующие Олимпийские игры я точно отберусь и попаду в тройку. Вот. Потому что меня очень сильно огорчило, что вроде выступал, забегал в тройке, а тут какое-то неудачное место. Но было очень жарко, была очень сильная влажность. Да, даже тот же самый лидер Гомес, которого считали фаворитом, который должен был выиграть, в итоге стал четвертым. Да, Олимпиада – это совсем другое. Триатлон – совсем другое. Если ты знаешь, что он явный лидер, не всегда лидер может выиграть. Я поставил задачу, что отберусь в Лондон и докажу всем, что... На тот момент у нас было лучшее место. Вот в Пекине показал Игорь Сысоев, он был девятый. Это было лучшее достижение России на тот момент, до того, пока я в Лондоне не забежал седьмой. Но перед Лондоном, получается, я отбирался, да, тоже был лидером, лидера мировой серии, я поднимал, тут где-то, наверное, есть, здесь есть, где я поднимал, этот кубок такой лидера мировой серии. Вот. Вот такой. Еще давали ленточку, это сейчас новое, раньше давали глобус такой большой, хрустальный, на слаломе, знаете. И ленточку такую вешали. Ленточку тебе оставляли, а глобус забирали. И эту штуку тоже забирают. Ее отдают только в конце. В Лондоне я решил, что докажу всем. Докажу, во-первых, даже не всем, главное доказать себе. Правильно? Что в триатлоне как? Ты же не доказываешь никому, доказываешь себе, ты борешься сам с собой, правильно?
Вот, и поэтому я решил, даже не решил, я знал, что докажу себе, что я сильный. В Лондон приехал я одним из лидеров, потому что за год до Лондона на этой же олимпийской трассе я заработал прямую лицензию в Лондон. Я стал второй. Первый был Алистер Браунли, который выиграл Олимпиаду, а я второй. Когда я приехал туда, я был одним из фаворитов, получается. Да? Просто когда мы разговаривали с людьми, которые сидели на трибунах, они сказали так, что Алистер, ну как бы два брата Браунли, и все, это без шансов, как бы это первое, второе, а вы типа там отстойники, боитесь за третье место, там кто получится. Ну, как-то вот так вот это было, звучало. Вот, ну, на чем были англичане, мы не знаем, слухов ходит много, говорят, что они готовили, а? Так что почти не получилось. Да, первый был старший, второй был все-таки, второй был испанец Гомес, а третий был младший Браунли. Ну, слухи ходят, что, я не знаю, много слухов ходят, говорят, что они как бы тренировались, но вот кто там живет, наши русские, когда по телевизору не смотрели, говорят, что Браунли готовились на базе спецвойск каких-то, в каком-то закрытом острове. Ну, понятное дело, туда не допинг-контроль, никто не въедет. Ну, это как бы слухи, как бы все, да, ну, знаете, мир обрастает слухами, как бы можно много чего говорить. Была, говорят, палатка, куда там только спортсмены заходили, а рядом стояли мужики с автоматами, ну. Потом, говорят, когда Эсамбаева прыгала, там, да, там стояли шаманы по всем этим и говорили, чтобы она не, там, не взяла эту планку. Ну, много всего было. Ну, давайте вот про Олимпиаду, да, поговорим, да, вот, допустим. Олимпиада, классно, все. Люди думают, что мы туда приезжаем, да, так все красиво, на открытие, идем на открытие. Потом всю Олимпиаду там тусим, там, да, кушаем в этих ресторанах, которые круглосуточно открыты, там, а потом идем на закрытие. Во! Вот! Фиг все это. Олимпиада — это как на войне, можно сказать, да? По телевизору все красиво, на Олимпиаде все не так. Да, классно, тебя одевают, обувают, там, дают тебе классную форму. Вот. Приезжаешь туда буквально вот за день, за два дня до старта, да, вот ты приехал, на следующий день брифинг, на следующий день отдых, на следующий день выступил, и на следующий день тебя выгнали. Все. Потому что деревня, она как бы переполняется, и постоянно идет как бы круговорот спортсменов, они меняются. Вид выступил, выгнали, выступил, выгнали, выступил, выгнали. Ну, есть там бонусы, конечно, свои такие там, всякие призы там дают, сувенирчики, ну, это фигня на самом деле. Кто-то едет за сувенирчиками, а кто-то едет выступать. Правильно, там некоторые спортсмены вообще уезжают из деревни, чтобы не видеть эту всю фигню, там, и живут отдельно в гостиницах. А что, каждый сборник нет своих поваров, что ли, для своей кухни разве? Есть, у футбола, наверное, с хоккеем. По крайней мере, по телеку показывали, что у них есть, и каждый знает, какой любит курочку, тот или тот. У нас такого нету, на самом деле. У нас если... Проблема с массажистами, как говорит вообще, что о чем-то. Ну вот сейчас, допустим, едешь на сбор, ну массажист есть, да, там два раза в неделю получаешь массаж, вроде погладили, вроде хорошо, вроде лучше, чем вообще ничего. Вроде врач приехал, вроде сбор 30 дней, вроде приехал на 7, вроде вылечила, вроде нормально. Не все так просто, как бы, да. Просто, значит, это никому не нужно. Это спорт в нашей стране. Нет, да. Спорта, как для знания службы, там на препаратах все выше. Где? Ну, с теми заложниками, допустим. Как они тренируются, какие у них команды, тренера и так далее. Несколько сборов. Ну, вот мы на старт едем сейчас куда-нибудь. Вот сейчас на старт мы ездили. Толку, с нами приезжает. Тренер приезжает, да, главный тренер приезжает еще кто-то, фиг знает кто, я вообще без понятия, кто. Что вы тут делаете, вообще без понятия? Ну, посмотрели, классно, нафига вам переться, фиг знает куда, в Австралию, чтобы просто посмотреть. Ты говоришь, вот так вот, как у нас отношения сборные, ты говоришь, приходишь, говоришь, блин, купи табличку, вот, ты, допустим, видишь, да, вон табличка, он показывает табличку, потому что не всегда, когда слышишь спортсмен, да, зато он всегда видит. Тренера бывает и с табличками ходят. На табличках они пишут отрывы. Сколько человек в первой пачке, сколько второй. Все, вот это, да? Хоп, показал. Попросил тренера, сходи, купи. Купил.
Привез на старт? Фиг. Нафига? Ты перед стартом готовился такой? Возьми кофту. Нафига? Мне потом 2 часа таскать ее? Положи там ее. Да говорю, а ничего, что мне еще 20 минут наставить, как ее голым, говорю. Вот так вот. Иногда бывает, забываю там. Или приехали на чемпионат мира, когда я должен был быть в 3-й, в общем, зачете мировой серии, как бы, да. Приехали. Я говорю, наши все прокалываются, поставьте колеса. Я приезжаю проколотый, подъезжаю к вилл-стейшену, получается. А у нас 2 вилл-стейшена, ну, для смены колес. Один как бы для стран, туда ставят страны чисто свои колеса. Один нейтральный, получается, организаторские колеса. Подъезжаю к нашим, ну, как бы, где, ну, как бы, ставят страны. Мне говорят, чувак, извини, наших нет, ваших нету. Я еду дальше, у меня получается псих, я там уже велик кидаю, потому что надо было кучу поворотов пройти, а я на спущенном карбоновом колесе еду. Потом еще гора вот такая вот, почти там метров 600-700, вот так вот. Ну куда мне на карбоновом колесе ползти туда? Я прям вот чуть не в тренера вот так вот велосипед кидаю, говорю. Он такой, а что, ты сам виноват? Я такой, почему я виноват? Ты должен сам был о себе позаботиться, принести колеса, вообще тебе должен брат принести. Я говорю, а вы-то нафига приехали? Приехало 6 тренеров, говорю, от вас толку, как я не знаю от кого. Как иностранные спортсмены тренируются? Вот те же там Гомес или Мова. Ну вот сейчас последняя тенденция как бы в спорте, что профики начинают объединяться. Они как бы уже, да, основные профессионалы начинают объединяться в компании, как бы тренироваться друг с другом уже, да. Вот есть отдельная у нас компания, где тренируется Мола, Мюррей, там, и еще несколько там хороших спортсменов, да, плюс девчонки, но они тренируются там у одного тренера. Когда я скажу, что вот Мола тренируется, он сейчас вырос очень сильно, да, сейчас он стал, как бы, можно сказать, непобедим, даже сильнее Гомеса. Он будет одним из лидеров, ну, он сейчас пока лидер мировой серии, у него сейчас 3 выигрыша. Два старта он выиграл мировой серии и 1 старт Кубка мира выиграл. Но он просто ногами бежит очень сильно, хотя 2011-2012 я ногами его обгонял. Просто у них очень сильная конкуренция получается в команде. А Гомес тренируется, он тренируется в основном с испанцами. И тренируется, сейчас он тренируется еще с мексиканцем, с одним. Граджависом таким. Вот. Ну, в основном, как бы, сейчас вот основные лидеры тренируются, как бы, вместе. Также сейчас, как начали женские команды объединяться, что самое интересное. Но это, насколько я понимаю, это выбор самих спортсменов. Это они платят тренеру. Да, они платят определенные деньги. Платят персоналу. Да, они платят персоналу. Это модель. Да. У нас с этим очень сложно. Допустим, когда я хотел отсоединиться от сборной, говорю, давайте. Я говорю, не хочу сидеть вот на Кипре, допустим, Хочу, допустим, сидеть там в Америке, потому что знаю, что в Америке там у меня есть там друзья, которые мне помогут, там еще что-то. Они такие, нифига, мы не можем бюджет разделить, типа, отдать тебе какой-то кусочек. Ну, потому что какой-то, видно, свой интерес у них, да, там. И, ну, я не знаю, я в их дела не лезу, как бы. А без бюджета, получается, мне тренироваться ли за счет бюджета региона, за который я выступаю, либо за свой бюджет? Ну, извините, когда Гомесу за то, что он выиграл мировую серию там и все остальное, ему дала сама федерация, как говорят, ну, это тоже как бы слухи, я тоже как бы что-то могу врать, 400 тысяч евро. Наша федерация последний раз что-то нам дала. Это было несколько лет назад, китайский телефон, за то, что ты лучший спортсмен. С 2 сим-картами. Есть другие модели. Я вот недавно, получилось встретиться с Бьёрдалином. И у Бьёрдалина входит небольшое количество норвежских спортсменов, которые получают стипендию от государства. И эта стипендия у Бьёрдалина самая высокая. Это 14 тысяч евро в год. То есть это, в принципе, на кофе не хватит, если у вас там. И все. И он вообще ничего не получает из государства. Он на свои деньги делает трасс, он сам тренируется. Ну, у него потому что спонсоры. Да. Как вот то же самое, допустим, я пишу спонсорам, да, допустим, там, или кто-то менеджер пишет спонсорам. И ему отвечает спонсор, допустим, там, пишет какому-нибудь там, допустим, S-Works, да. И ему говорят, блин, чувак, да, ты классный, но извини. Или посылаете на российского дилера, а российский дилер говорит, а что я с этого поимею?
Я что, прошу, что дай мне просто велосипед. Мне так больше. Какие призовые в мировой серии? Это что, вы коммерческие ставки? Нет. Ну, все равно даже нет, есть коммерческие. Есть коммерческие. Нет, это не коммерческие. Ну, Кубок мира по биатлону тоже, там есть призовые. Здесь, у всех, да, да, на всех стартах есть призовые, да. А какого они порядка? Ну, сейчас подняли немножко, за первое 18 тысяч. За один старт? Да. И дают за 20, по-моему, сейчас. Раньше за 15 давали, с 15 было 250. Ну, а у вас же был еще старт на Олимпийку, этот Хай-Ви, там $1 миллион. Есть таких два старта в Америке, которые миллион. Есть один старт в 2008 году, когда я хорошо выступал, мне пришло приглашение, как бы с Америки пришло приглашение, что только избранные, как бы, только крутые спортсмены допускаются именно на эту серию. Серия состоит из 5 стартов, надо выступить на 3. Как бы, если ты по сумме этих 3 стартов выиграл, то ты получаешь миллион. А Хай-Ви там было, да, было 3 года как раз, или 2 года. Вот, был миллион, да, но за первое место давали 140 всего лишь тысяч, потому что их не налоги, 30% давали 200, минус налоги 140 тысяч. Но зато ты приезжаешь туда, там спонсоров было очень много, у тебя в номере уже ждет корзина такая, в этой корзине чего только нету, майки, футболки, бритвы, фиги, 2 блока, один воды стоит, один Gatorade стоит, ты думаешь, вот это праздник, а где ты еще такое увидишь, а? У нас... Простите, на чемпионате России там, блин, футболки тебе даже не дадут. Слушай, а длинные дистанции, ну, допустим, половинка, тоже миллион? Да. Ну, как там миллион? Ты должен выиграть всю серию. 3 старта должен выиграть, да, получишь миллион. Ну, за каждый старт тоже сколько-то дают? Вот там немного, по-моему. Ну, они как в команде Бахрейн, я думаю, там им нормально принц дает. У тебя не было мысли по поводу того, чтобы участвовать? Нет, у... старты, нет. Например, на длинной дистанции? Для того, чтобы заработать денег и содержать себя самому в Олимпийский год и тренироваться там, где ты хочешь. Нет, это на самом деле очень сложно переквалифицировать. Ну, как бы не сложно переквалифицировать, просто надо совсем по-другому выстроить работу. Просто на Олимпийке скорости совсем другие, как бы, чем на 70-3. Но на Олимпийке мы, допустим, бежим там 29-30 там, минут, как бы там 31 десятку. А если я побегу, как бы, в этом... сколько мне надо будет бежать? Час? Там бегут в лучшем час 0. Час 0,6, по-моему, рекорд, да? Если не ошибаюсь. Ну, Гомус пробегал на чемпионате мира, когда выиграл его. Час 0,6, по-моему, он пробежал. Как складывалась гонка на Олимпиаде в Лондоне? Я не знаю, все шло хорошо, но... Ну как, все шло нехорошо, что я вру? Ну, во-первых, нас считали как бы одним из лидеров, да, и мы немножко опоздали на разминку, как бы немножко, но как бы немножко считается это, ты приходишь не за 2 часа, а за 1.5 до старта. Ну, потому что мы все-таки разминаемся перед стартом. И тут начались проблемы, да, как бы на Олимпиаде должно быть все четко, одинаковые костюмы, никаких разных костюмов, все лого заклеены. Да, когда вот, допустим, ты бежишь в очках Oakley, и тут Oakley, только видно, если ты вот так вот в лоб стоишь, и видно вот здесь, они говорят, нет, нифига, заклеивай, потому что когда камера тебя приблизит, если это все увидит, то все это, короче. Вот, тебе дают определенные, даже фляжки тебе дают, как бы, или заклеивай свои, или тебе просто дают, как бы, официальные фляжки Олимпиады просто. Ну вот, опоздали немножко, начали нас мурыжить сначала с этими, с костюмами, потому что у нас были одни костюмы с Диманом Полянским, а у Васильева был другой, вот тут на... Там еще есть один этиюшник, который нас не сильно любит, Россию, начал нас мурыжить сначала костюмами, потом со шлемами, потом с гидрокостюмами, потому что у нас были гидрокостюмы, они тоже, знаете, все разукрашены, как бы, да? Нельзя разукрашенных костюмов. Мы все закрашивали черной краской, все, чтобы не было ни единого спонсора видно. Закрашивали на старт? Нет, ну закрашивали мы заранее, просто они потом, они как бы все проверяют, все оборудование. И получается... На велосипед мы вышли, там чуть поразминались на велосипеде. И на беге, когда мы начали на бег выходить на разминку, получается, трассу закрыли. Мы бегали 50 метров да, 50 метров обратно, вот так вот разминались. Ну, получается, потом что-то нас еще мурыжили, и просто у тебя уже вот так вот, ну, как бы, у тебя один, ты выступаешь один раз в 4 года, получается, да, еще туда отобраться же надо, да, на Олимпиаду. И у тебя, получается, одна попытка. Ты же не пловец там, да, или какой-то, или бегун, который может пробежать и 100 метров, и 200 метров может пробежать, или там с барьерами, или там...
эстафету, там, или плейс, он мог проплыть там одну дистанцию, две или три, там, или как Фелпс, там, он 10 дистанций плывет, да? У нас всего лишь один шанс в 4 года. Если ты его не реализовал, то жди свои, снова 4 года тренируйся. И получается, и так ты нервничаешь, да? И тут тебя еще начинает такой выдергивать все это. Чуть-чуть, немножко, может быть, вышли перегоревшие, чуть-чуть, да? Ну, как бы ты все равно должен нервничать. На старте должен выделяться, как бы, адреналин перед стартом, да? Как бы мы себя научили, что ты вообще не должен нервничать. Как бы нервничать надо, но нервничать надо только перед стартом, потому что это обязательно, потому что в это время выделяется, ну, адреналин. Да, а некоторые просто начинают нервничать заранее, за день, за два. Я видел люди, как за неделю нервничали, у них кружка вот так вот ходила. Честно, вот так вот ходит кружка. Да я вроде не нервничаю, да, конечно. А что тут уплескиваться у тебя? Ну и вот, и вроде плавание пошло нормально, как бы выплыли в первой группе, поехали. Нет, выплыли во второй группе, но мы сразу быстро первую догнали, отрыв. И ехали тоже комфортно, никто никого никуда не отпускал, потому что все друг друга контролировали. Знали, кто на что способен, знали определенных лидеров, которых нельзя отпускать, да. Допустим, англичан был специально, они взяли, они опрокинули двух англичан сильных, Дона и Кларка, и поставили Стюарт Хейса, там англичанин одного, который будет работать именно на Браунли. Как работает на Браунли? Если вдруг организуется какой-то отрыв, чтобы он как бы погасил этот отрыв, да, чтобы Браунли не тратили лишние силы. Да, сейчас я скажу на бег, а потом прочтем про Эмтрое. А на беге, я не знаю, но убежал, вроде все нормально было. И, как знаете, я говорю же, Олимпиада это совсем другое. Тут непонятно, кто выиграет, непонятно, кто как выступит. Все-таки один раз в 4 года люди могут подготовиться. Вроде выбежал нормально, бежал четвертым, даже был какой-то момент, я бежал. А потом начал потихоньку, конечно, накрывать и стал сдавать позиции. Но держался до конца, как смог. В итоге 7-й. Конечно, когда я прибежал, ко мне сразу подбежали, как бы, журналисты российские, начали сувать мне микрофоны, типа там, давай, говори. Я понимаю, я вот так вот стою, как бы, ну, получается, без сил отдал все, плюс я расстроенный, как бы, да, тут за год ты, ну, что, 2-й, а тут 7-й, как бы, ну, это хорошо, но как бы и плохо, да, ты-то приехал за медалью. Вот, он подходит, начинает тебе всувать, скажи, что, как-то, я стою, и единственное, что я ему сказал, увидимся в Рио. Не было интервью, я только давал после уже, как бы уже там через, на следующий день, по-моему, или там через несколько часов, но когда вот меня инсували сразу, я говорю, я вообще не знал, что сказать. Я просто был очень расстроен в чувствах, я сказал, что увидимся в Рио просто. Вот, а на Олимпиаду у нас сейчас на данный момент по мужчинам отбирается 3 нас, а по женщинам 2. Ну как, есть определенный отбор. На Олимпиаду попадает только 55 сильнейших во всем мире, да? 55 сильнейших мужчин, 55 сильнейших женщин. Но есть такая фишка, что 8 стран могут повести только 3 человека, остальные все 2 и 1. И мы пока входим в эти 8 сильнейших стран по мужчинам, которые пока отобрались 3. У женщин пока отобралось 2, но мы надеемся, если кто-то там будет выступать плохо, а наши будут выступать чуть лучше, что мы, может быть, уцепимся за третью лицензию женскую. Как лицензии распределяются? Отбор начинается за 2 года до Олимпиады, начинается с июня месяца и кончается июня месяца. Вот сейчас вот июнь месяц закончится отбор. В первом году как бы лучших 8 стартов, во второй год 6, по-моему. Ну, что-то такое, около 15 стартов, в общем, лучших как бы идут в зачет. Вот. Есть прямые лицензии. Прямая лицензия – это чемпион своего континента. Да, у нас в этом году должна была быть разыгрываться, вот как раз у нас чемпионат Европы будет в конце мая, да, но так как нас сказали, что разыгрываться лицензия будет не там, а лицензия разыгрывалась у нас как бы в том году в Баку, на первых европейских играх. Вот. Там прямая разыгрывается лицензия, а у остальных разыгрывается континентальный чемпион, ну, и все. Да, а остальные уже как бы отбираются по рейтингу. Рейтингу какому?
Третий международный рейтинг. Нет, ну окей, три места на России есть. А как вот эти три места, кем они заполняются? Это, каким образом решается? А, на данный момент мы просто как бы зарабатываем лицензии для России. А на самом деле поехать может каждый. Ну, как бы любой. Ну, как бы не любой, но он должен выполнить критерии отбора. Критерии отбора прописаны в правилах, в международных правилах. Это надо быть 120 сильнейших в мире. Да, что 120 сильнейших в мире. Но сейчас на самом деле даже 60-й номер в мировом рейтинге не отбирается на Олимпиаду сейчас, на данный момент. Вот. За Россию кто решит, кто поедет? За Россию решат, вот 1 июня закончится отбор, и будет решать сама федерация, кто поедет. Но пока, говорю, у нас едут трое, получается, два полянских и я на данный момент. Да, потому что самый ближайший у нас 170-е, по-моему, или 180-е место всего лишь следующее. Но они не будут выступать как бы на стартах и чисто отбираться на Олимпиаду. А у женщин кто? У женщин... Из Питера Саша Разоренова и из Москва-Красноярск выступает Настя Бросимова. Такая. Мы сейчас надеемся, что Лена... Ой, еще у нас отбирается еще несколько девчонок, но больше шансов или у Маши Шорец, или у Арины Шульгиной, которые могут побороться за третью лицензию или подвинуть кого-то из своих же русских. Это вот чемпионат Европы в мае? Нет, сейчас еще идут старты. И сейчас люди зарабатывают очки. Чемпионат Европы уже ничего не решит. Мы все втроем находимся в двадцатке мировой. Как вот недавно разговаривал с одними тренерами, тоже тренирует триатлонистов. Я говорю, вот вы, говорит, советуете своим подопечным, говорю, купить как ее СРМ, да? Они такие, да. Я говорю, и как вот вы определяете, как им работать надо все? Ну, короче, они в домашних условиях проходят определенные тесты, не определяют уровень там, мощности, там, пульс определяют. Я говорю, как в домашних условиях это можно все определить? Да, ты покупаешь такой агрегат за такие большие бабки. Ну, там, сколько он, 3-4 тысячи долларов это стоит? Ну, стоил, я сейчас не знаю. Вот. Поэтому надо идти в определенную лабораторию, там, где тебе сделают определенный тест, скажут на уровень там твой, на какой мощности у тебя какой-то определенный пульс, плюс какой у тебя лактат, правильно? Все это вместе как бы сопоставляется и делается уже как бы работа делается, да, но как бы это все растет, поэтому через определенные 2-3 месяца надо повторить снова этот же тест, да, они хотят, говорить, что вот это все в домашних условиях проходить. Я говорю, а что, говорю, вы заставляете людей делать, говорю, а сами в домашних условиях. Ну а что, они нам мало платят? В общие пару метров, вот это мы купили его, да, прошли вот этот тест, прошли, вроде нас все определили. И все, на этом все зависло. Потом у меня он просто стоял как компьютер. Стоит агрегат за кучу бабла, чтобы использовать просто как компьютер. Все, мы его не используем. Ну и пульсометр я как бы тоже не использую. Не, ну я в начальной стадии, когда я начинаю предсезонку, я как бы бегаю в пульсометре, а так нет. Ну потому что мне не нравится, он давит. Вот раньше, если кто-то еще помнит, Adidas выпустил майки такие. Не помните? Были такие майки, что просто датчик крепишь и все. Вот это были удобные майки, но меня ее стырили. И после вот этого мне с поясами не нравится бегать. И у меня свои ощущения. Ну да, такое старше С. А на велосипеде, там вон, мой велосипед там есть. У тебя, кстати, спонсорский какой-то контракт был. Да, у меня спонсорский с Airstream'ом остается. Ну это старая модель, сейчас я езжу на другом, который... Вот на таком я езжу. А в этом году у меня новая модель. Ну, достаточно, говорю, велосипеды, они как бы все одинаковые. Ну, почти класс у них всех одинаковый, да? Если ты берешь верхнюю модель, как бы примерно они все одинаковые, да? Ну, конечно, там Кальнага, Пинарелла там и, там, не знаю, что там. Они чуть выше класса. Но, на самом деле, я бы не заморачивался вот насчет крутого велосипеда. Я бы, на самом деле, больше заморочился бы насчет обвески бы полностью весь. Да? Ну, что бы я взял бы лучше, допустим, ну, я расскажу тогда. Допустим, колеса. Колесами рознь, правильно? Но, наверное, все слышали, ну, кто-то не слышал, может, как бы, знаете такое Ceramic Speed?
сайт. Знаете, что такое керамик? Керамические втулки. Керамические втулки, они крутятся, подшипники, они крутятся гораздо, ну, как бы лучше, аэродинамичнее. Плюс керамика сходит сюда, вставляется. А звезды керамические, цепь керамическая. Когда всю керамику поставить, правда, она дорогая, пишут, что где-то около 20 ватт ты выигрываешь, если ставишь просто комплектующие. Просто я бы тогда купил увелик чуть подешевле, чуть-чуть, да, ну, допустим, но поставил бы комплектующие бы лучше. А ты пользуешься электронным переключением или механическим? Ну, у меня в этом году будет только электронный, до этого механика будет. Но все равно ей больше доверяешь, чем как бы все равно электронный. Но ты боишься на электронный зажать? Сейчас, да. И олимпиаду потенциально да. Можно на электронный. И до этого я как бы ездил на овале. На овале у меня был. Но тоже овал рознь. Есть как бы вот эта система ротор, а есть как бы система... Она как называлась, по-моему, овал, что ли, или что такое? Ну, овал ротор есть асимметрик. А, да, да, асимметрик есть. Ну, там вообще такая вот звезда. Ну, на самом деле, я бы не рекомендовал ротор, вот как бы, когда вот на овальная звезда ставить в гору. Потому что у некруглой звезды, у нее не получится, нет мертвой точки. Да? Здесь есть мертвая точка, когда ты ешь гору, у тебя все-таки есть там доля секунды, когда ты успеваешь, у тебя нога отдыхает. А там ты постоянно в крутке, получается, да, как бы ее лучше использовать на равнину. Или легкие холмы. Но в гору я не рекомендую как бы ставить. У нас одна гонка была интересная, формат очень интересный был, мировая серия. Было 750 метров, мы плыли в озере, в Кицбухеле было, в Австрии. Плыли 750 метров, потом 11 километров велосипед, но 11 каких? 3 километра по равнине и 8 километров в гору. 8 километров в такую гору, хорошую, там 17-20%. Любители просто как бы останавливались и с великом шли просто в гору, просто шли. Мы туда доезжали, но ты когда просто приезжаешь уже на самый верх, ты понимаешь, что с велика слезть не можешь, потому что ляжки у тебя реально залило. У нас кто-то в туфлях прямо вот так вот прыгал, кто-то успевал еле отстегиваться. И плюс к этому всему надо было потом еще бежать. Ты сначала бежишь вниз, а потом уже на самую вершину, там на сколько там, 1200 что ли, уже добегаешь. Ну весело было, там 5 километров вроде, или 3. Это был один раз такой формат. Она больше никому не понравилась. И после этого больше не проводят. Ну, в том году у нас был пока с трассы, плавание будет в море, но море, говорят, очень грязное, если почитать СМИ, ну и кто там был, говорят, очень грязное. Основные лидеры, никто не разминался перед стартом, потому что, говорят, там, если чуть поцарапаешься, что-то может идти заражение. Так же, там же тесты должны быть. Американцам вообще сказали, как бы, ну не триатлонистам, а вообще всем американцам. Или триатлонистам. Если вы боитесь, вы можете на Олимпиаду не ехать. Всем американцам сказали. Но американцы не такие сильные, как бы, поэтому... А мужчины, женщины, все? Женщины, да. Есть там у них одна монстр. Женщина 33 минуты бежит. А? Хорошая трасса? В Рио? Нет, не гладко. В Рио будет много поворотов и горы будут. Поэтому я лучше сразу посмотрю там, на месте. Мне такое ощущение, что когда я выступаю первый раз, мне выступается лучше, чем когда я туда приезжаю уже много-много-много раз. Вопрос, а какие типичные травмы бывают при триатлоне профессионалов? На что обращать внимание? Любителям нам. Ну, у нас спортсмены, как бы, профессионалы, мы мазохисты, у нас пока ничего не отвалится, мы не жалуемся, как бы. Даже если что-то будет болеть, как бы, ты все равно бегаешь, да, вот у тебя отваливается. Ну вот в начале, допустим, я бы рекомендовал, вот если вы начинаете в начале бегать, вот, ну как вот мы, допустим, сезон отсоревновались, да, потом мы уходим на отдых там, ну кто как отдыхает, допустим, я там отдыхаю месяц, вот потом я начинаю втягиваться. Я начинаю втягиваться очень плавно, особенно бег, да, и лучше начинать постепенно с маленьких дистанций, допустим, или сначала начинать вообще бег-ходьба, да, потом значит, переходить уже на бег, такие небольшие дистанции, 6-8, вот так где-то недели две вбегиваешься. И лучше начинать по-мягенькому. Если начинаешь по-твердому, особенно, ладно, еще асфальт еще более-менее, если начинаешь по бетону, то это все, это задница, потому что у тебя начинает лететь, надкосница начинает лететь.
Ну, это, во-первых, начинает на косинус лететь. Поэтому мы начинаем очень-очень плавно, как бы. Особенно мы предпочитаем первый сбор проводить вообще в Кисловодске. Да, там все-таки маленькая высота, и ты начинаешь сначала хоть в гору ходить, потом ходить бегать, потом по чуть-чуть бегать, как бы. Ну, лучше все плавно начинать, не торопиться. Сезон же длинный. В основном травмы связаны с бегом, да. Ну, как бы я не жаловался, как бы, вообще травмами. Травмы начались у меня с 2012 года, когда мы взяли нового тренера по бегу. Вот, взяли нового тренера по бегу из Америки. Русского из Америки. Вот. И как вот сейчас я анализирую, неправильный у него подход. Может, если он начинает с новичком, который вообще никогда не бегал, то да, как бы у него проще, чтобы как бы его научить, да. А когда ты уже состоявшийся спортсмен, у тебя есть своя техника, да. Много у кого была корявая техника, да. Помните, вот чемпионка мира, по-моему, была, или японка, или китайка. Она вообще бежала, вот на стадионе, помните, вот кто видел, вот так вот там, да? Но она же бежала. И много кто бегал, много бежит, это Бекели и Гебреселаси, он все время бежит одной рукой, допустим, да, потому что он все время здесь учебники держал. Ну вот, он пытался перестроить как бы нас, как бы, да? Я как бы головой понимаю, что он от нас хочет, а мышцы мне не делают это, да? Плюс как бы... Представьте, вот вы приходите на тренировку без разминки, да, обычно там ты привык, там, чтобы пробежал там 2-3 километра, допустим, километр размялся, а ты тут приходишь, специальное упражнение, там, ножками покрутил, типа, тут так вот ручками сделал, все, готов, 3 упражнения спецбеговых и по 30 метров на все деньги, с горки. И после этого я понимаю, что у меня ноги начинают лететь, полностью ноги лететь начинают. У меня разрыв связки получается здесь. Вот мне до сих пор не срослось. Мне здесь, если посмотреть, у меня бугорок здесь вот такой. Здесь нет у меня мышцы вот здесь. У меня болели эти мышцы, приводящие. То, что я не мог подняться на ступеньку, все болело. Я порвал себе все задние мышцы, вот передягодичные вот здесь вот. Порвал так, что я не мог наклониться, я наклонялся и до пола достать не мог. Хотя я до пола легко касаюсь, а тут вообще до пола касаться не мог. Если тут все прошло быстро, то вот сейчас под ягодичные мышцы, они проходили у меня год. Я год бегал так. Год, впрочем, сложился не очень удачно, потому что этот тренер пришел, он говорит, нафиг, вам объемы нифига не нужны. Вы типа без объемов побежите, давайте тут по 2 километра плавать, там по 30 километров ездить и там по 6 километров бегать, но вам ничего не надо. Но мы за это выкладывались, просто все отдавали. Вот, вроде дистанция маленькая, но отдавали все. Я после бега приходил, просто вот так вот падал и все. Нет, ну он продолжает работать со сборной, хотя я предложил, что... И Диман Полянский, ну как бы я сказал прямо, что он как бы нам не нужен. Он сказал, что он классный. Но мы все, что мы могли, мы от него взяли, что нам тоже, как бы, он просто по-другому чуть объяснил. Но, видно, Дима не дошло ни до кого это, до сих пор работает. Ну, как он работает? Прилетел на Кипр, 3 дня побыл, со сборной улетел. У нас на Тринафе есть страничка Саши с блогом, он сделал заметку «Мое спортивное питание». Она немножко была признана рекламной, потому что мы конкретно называли производителей этого питания. Но там во время тренировок, во время стартов, до, во время и после подробно расписано, какой конкретный продукт он принимает и когда. Не, ну там тоже зависит, как бы у тебя подготовительный период, там предстартовый, на соревнованиях, смотря когда. Или просто что я ем? Макароны? Сосиска? Есть определенная у вас, допустим, не диета, но какой-то рацион питания определенный. Вы придерживаетесь? Я знаю, что у меня будут каждый день на обед макароны. На сборах у меня каждый день на обед макароны. Ну, ужин меняется, конечно, там этот рис, греча там. На завтрак, вот я, допустим, предпочитаю, я каши не ем, поэтому я ем хлопья. Ну, в общем, вы не заморачиваетесь. Я ем, конечно, да. Ну, я как бы все ем. Ну, конечно...
Ну, типа Макдональдс, я не всегда ем, ну так иногда бывает, раз в месяц нахожу. Ну, как говорят, хорошего тоже охота, плохого. Какие химикаты? Милдронат? Я завязал с ним. Я же новости читаю, я же знаю, что какие его, да. Ну, а вот что вы перед Олимпиадой, например, месяц что-нибудь кушаете специально? Именно месяц, именно специально кушаю. Да нет, все как обычно. А вы тоже зачем? Допинг вас мог в любой день приехать? Да, да, мы заполним, у нас есть такая страничка, как вы, знаете, вы все в контакт заходите. А реально часто беру? Ну, если ты как бы крутишься в мировой двадцатке, то да, частенько тебя берут. Ну, вот получается, ты заполняешь определенную систему, да, где ты будешь каждый день находиться. Дурацкая, конечно, система, но у них такие правила. Заполняешь, и, допустим, я вот могу... Только вот ну, нам что не нравится, как бы вот, допустим, вот ты сидел, да, и тут вдруг у тебя, допустим, что случилось, и ты уехал в другой город, они приехали. Все, плюс. Три плюса, два года дисквал. Ну, ихняя система такая недоработанная. А так могу, да, в любой момент приехать, ко мне приезжали вот несколько раз уже. Ничего страшного. Стучится чувачок такой, такой, о, здорово, заходи. Кровь? Да, берут кровь и мочу берут. Ну, на разные берут, бывает паспорт крови берут, там, проверяют на ЭПО, там. Ну, последнее вот время на этот всех специально ездят, на милдронат ловят. На что? На милдронат. У всех же препаратов есть период выведения, да. А алкоголь ты употребляешь? Последнее время нет. Не, ну на какие-то праздники, конечно, употребляю немножко, но последнее время нет. На праздник каждый день можно, на самом деле, отмечать. У нас он отмечает кто-то все. Это же зависит от человека, хочешь ты пить или нет. Правильно, ты можешь идти в компании, где все бухают, а ты будешь пить водичку. А с братом вы сейчас вместе тренируетесь? Да, с этого года мы опять с братом тренируемся вместе. Он пришел помогать мне готовиться к Олимпиаде. А вес, рост можно? А вот 1,84-1,85 и где-то 79-80. Ну, поэтому как бы в детстве я был вообще худой, как бы мне говорили, что ж такое Кощей, говорит, тощий, говорит. На тебе даже лосины вот эти женские висят, да. А теперь как бы, ну, если вы посмотрите, тут как бы в начале было написано, да, что у меня как бы с самого начала, когда я начал спать, мне дали кличку Big Russia. Ну, Big Russia дали в триатлоне, а Браунли, когда писал свою книгу, если кто-то читал книжку Браунли, там написано «Терминатор». У нас что-то в этом году беды пошли. Сначала первый старт в Моулабе падает Сварк, но он не сильный чех, но все-таки он падает, ломает ключицу. Следующий старт Нью-Плимут в Новой Зеландии, девчонка из... Тоже, но ну, не сильная, но все-таки она падает на пустом месте и ломает себе как бы руку. Ну там палец где-то ломает, где-то здесь себе. И сейчас на гонке падает южноафриканец Мюррей, один тоже из лидеров, и ломает себе ключицу осколочные такие, в двух местах. Ну это выпал где-то на 3-4 месяца, может без Олимпиады вообще останется. А? Какие планы после Олимпиады? Какая следующая цель? Пока все сброшено на Олимпиаду, а потом уже посмотрим. А в этом спорте как долго можно быть? Ну, пока вот Гомус сколько? 32 где-то, да? Где-то примерно он еще держит. Где-то до 30. Доходили люди, нормально выступали до 30, где-то 6. А потом, понятное дело, уйти уже в половинки или в айронмены. Я сейчас думаю, сейчас после... Много завяжет после Рио спортсменов и уйдут как бы на половинки. Половинки точно. Деньги зарабатывать? Ну и деньги зарабатывать тоже. Ну, говорю, какие вот насчет спонсоров. Говорю, когда вот ты пишешь, говорю, иностранным спонсорам, да, они говорят, нафига вот нам тебя спонсировать? У нас вот есть свой там 60-го левела, и нам его проще, говорит, чем тебя. Потому что ты, говорит, не наш, говорит, ты из России, а он вот наш, все. Ну, это вопрос количества людей, которые занимаются спортом. Да, не спорю. Количество будет в России больше, что будет интересно. Ну, с каждым годом для СМИ у нас растет же количество. Да, видишь, даже здесь. Да. Какие впечатления? От Сочи. От Сочи. От
от Сочи, от июня, ну, это, от финала Кубка. От Сочи? Да. Ну, в Сочи, на самом деле, давно не был, да. Это... Первый раз я, наверное, в Сочи побывал 2000, да неважно, в каком году, далеко. А, что могу сказать? Первый старт Iron Star был хорош, но были легкие недоработки, конечно. Ну, как у всех бывает, да, все начинают, есть легкие недоработки. Вот, но второй старт показал, что Россия может принимать по организации, имею в виду, по организации, как все было организовано, волонтеры хорошо работали, старты мирового уровня, даже, думаю, мировой серии, потому что не на всех мировых сериях так было все отлажено красиво. Мне понравилось, что очень много народу приехало, особенно на второй старт. Да, на первый приехало не очень много, но все-таки. А вот на второй приехало достаточно много людей. Сколько там приехало? Тысячу? Больше? Больше нет, тысячи, да? 650 человек. 600? Участников, ну, с болельщиками 1200 было. Ну вот, я думаю, что с каждым годом это будет расти. В этом году, я думаю, они примут уже гораздо больше, раза в два, я надеюсь. На такой красивый старт. Что ездить за границу, когда можно выступить у нас, получить громадное удовольствие от организации, посетить пати. Ну, даже если вы не планируете на полную, можете зарегиться на Олимпийку, за лето подготовиться. Не, лучше на полную, там же это приедет Арнольд Шварценеггер. Да, Арнольд Шварценеггер. Я реально поверил вначале. Так же, как по открытии Шенгена. У нас есть традиция, все спикеры, кто к нам приходит, они получают зеленую майку людей, которые настоящие бегуны. Вот, по этой майке их обычно узнают, там жмут руку, не знаю, там, кричат в ответ. В общем, это те напутствия на лучший бег на Олимпиаде, на лучший ранн-сплит. Спасибо большое.